Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами мира. Китайская притча, она называется «Дружить надо с соседом». Однажды князь Ци сказал князю Лу: «Мы с вами соседи, давайте помогать друг другу. Если нападут на вашу землю, я в тот же час приду вам на помощь. Если нападут на мое княжество, вы придете мне на помощь». Глупый князь Лу ответил: «Союзников надо искать среди сильных, а ваше княжество не больше моего. На юге Китая живет князь Тин. Это могучий князь, и я хочу, чтобы он стал моим союзником». «А сколько дней езды до его княжества?» – спросил Ци. «На быстром коне можно доскакать за 20 дней», – ответил Лу. Тогда Ци сказал: «Если вы начнете тонуть в нашей реке, смогут ли вас спасти даже лучшие пловцы из княжества Тин? Прежде чем они появятся, вы захлебнетесь. И если загорится ваш дворец, куда побегут люди за водой? К ближнему пруду или к морю, которое плещется за далекой горой? В море воды больше, но пока за ней бегают, от вашего дворца останется только пепел». «Вы говорите разумно», – заметил князь Лу. «В таком случае запомните, кто не хочет дружить с соседом, тот пусть не рассчитывает на помощь далеких друзей». Вот такая китайская притча, она называется «Дружить надо с соседом». Пока-пока, до свидания.